1141 горожанин, состоящий в очереди, в следующем году может получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Ровно столько наделов в сельском округе Круглоозерное готовы к использованию. К ним подведены вода, электричество и газ. О подробностях узнавал наш корреспондент. Напомним, выдача земельных участков согласно очередности была приостановлена в 2011 году. Теперь, со следующего года, эта работа в Уральске вновь продолжится. Земельные участки получат люди, подававшие заявки в 2004 году, но у нас готовы только 1141 участков. К ним подведена вода, газ и электричество. Поэтому земли будем выдавать согласно очередности. Список очередников постоянно обновляется. Если человек выехал за пределы области или скончался, его убирают с очереди. Вновь прибывшие могут встать в очередь. Прием документов ведется также в акимате. На освоение земли владельцу дается 3 года. Свою фамилию и состояние в очереди каждый желающий может найти на официальном сайте www.gov.kz или обратиться к специалисту доступного акимата на первом этаже. По словам специалистов, на данный момент работы по подведению коммуникаций на участках, начатые в июне прошлого года, завершаются. Поселок Круглоозерное ведет строительно-монтажные работы по 3 объектам, а именно водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. Подведение водоснабжения занимается подрядная организация ТО ПМК 117. Электроснабжением занимается ТО «Айком ЛТД», газоснабжением ТО «Аля-сервис». На сегодняшний день подведение водоснабжения полностью завершено. Газоснабжение, электроснабжение планируется до конца текущего года. Общая протяженность водоснабжения составляет 50 километров, электрики 40 километров, газ 30 километров. На данный момент в очереди на получение участка под индивидуальное жилищное строительство состоят 72 684 человека. По дальнейшему продвижению очереди информации пока нет. Алмагуль Джампиисова, Рустем Ищанов, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.